Так, ну мы приехали. Вон Жучкин нос торчит. Жучкан, где твой нос? Это кто там такой? А? Кто это такой? Это чей такой жучок тут один скучал? Да, да, жучок, один скучал, охранял хоть, охранял домик, охранял. Давай, сейчас выпустим тебе. Вот он один-одинешенек был. Бедный, несчастный. Что случилось? Что, мой хорошенький, случилось, жученька? Да ты вымазался весь в каких-то непристойностях. Так, что у нас? О, корм не наелся ты. Жучок, ну ты давай, скакать, давай, 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 давай. Видали, что творит, а? Что творит собака моя? Иди сюда, иди, иди, иди. Ну ты припаденец. Жуч, ну что ты, мой хорошенький, что? Скоро стерилизоваться будем, да, стерилизоваться скоро будем, что? Да, я-то... Сейчас тебе дадим чапи. Купил тебе чапи мокрого. А рыжий что у нас? Ты, наверное, рыжего корм ел, да, Жуч? Наверное, весь корм рыжего съел. Ну-ка, показывай. Поэтому ты свой не ешь. Иди сюда. Иди. Где там? Ох, огурцы тут вымахали за 2 дня. Вон какие бамбулы. Надо сейчас... Да, так, наверное, есть. Вон, у рыжего-то миска пустая. У него-то вкусный корм был, да? А у тебя невкусный, да? А у тебя невкусный. Ну? Ну, шебутной жучок. Жучок уже сдурел чуть-чуть. Все, приехали с отдыха. Сейчас будем отдыхать от отдыха, как обычно. Да, Жуч? Да, мой хорошенький? Ну что ты? Что? Сейчас сумки будем разбирать наши. Все, добрались. Дом, милый дом. А вот и Рыжулькин. Рыжулькин, бедняжечка. Ну ты что? Ты голодал? Пойдем кушать, рыженький, я тебе тоже дал. Я тебе тоже принес корма. Пойдем кушать, мой хорошенький. Ты что тут прячешься под машиной? Восседаешь? А? Че восседаешь? Ну, рыжуль. А, давай, давай, давай. Через дядю Мишу, рыжий. Через дядю Мишу сейчас побежит. Молодец, молодец, молодец. Иди, иди, иди. Пойдем, пойдем. А я с этой стороны, рыж, давай, давай. Рыженький. Кс-кс-кс-кс-кс. Видали? О, я только успел прийти. И он уже тут как-то, вот он ты мой хорошенький-то какой, а? Это кто ж такой хорошенький у нас? О, ну рыженький, какой красавчик у нас, рыженький. Но мисочка пока пустая, рыжуль. Пока пустая. Вот тики-тикет сейчас дадим. Да, да, мой хороший. Здрасте. Вот теперь жрите. Теперь жрите. Ну все, не успел приехать. Всех накормил. Огурцы полить нужно, конечно. 2 дня их не поливал. А, ну не знаю, сегодня, наверное, уже не полью. Завтра полью. Все. Надо и мне тоже разбирать сумки. Жучку. Жуч, ты что там веселишься? Ну смотри, а. Что ты положил? Упаковку от этого чапи. Так она ее схватила. Ну хорошо. Хорошо, погрызи ее, если хочешь. На тебе еще вот китикет. Хочешь, погрызи. Отлично, на, погрызи, пока я сумки буду убирать, ты можешь погрызть их. Ну, у нас с жучкой опять какая-то история, да? Собрались вроде стерилизовать жучка. Что вы думаете? Прошло 2 недели. 2 недели. Мне сказали, как 2 недели пройдет, нужно позвонить будет в ветклинику и... Ну, сориентироваться, да, по времени, когда будем делать эту кастрацию, бонифацию жучки. Что вы думаете? Звоню в клинику, где договаривались, где у жучки там это книжка медицинская, прививки, где ей делали. А там говорят, что, вы знаете, врачи сейчас заболели, и 1-2 недели клиника работать не будет. Вот, теперь что, нам нужно искать какую-то другую ветклинику, где жучку будут стерилизовать. Но это... Это же время, это я даже не знаю, честно говоря. Это сейчас мне надо садиться, искать эту другую ветклинику какую-то. Вот, соответственно, и деньги другие, если это не в нашем городе, не в Павловском Посаде. Жучка куда-то везти? Ну, она вестись-то никуда не хочет.
В машине она себя не очень комфортно чувствует. Наблевала даже в прошлый раз, мы ездили вот на прудик. Ох, в общем, не одно так другое, не одно так другое. Не знаю, может быть, это какой-то знак, что, может быть, не надо жучку стерилизовать, а? Ой, жучок, жучок, сколько с тобой проблем у нас, а? Сколько с тобой проблем? Ну, чего, жучок, у нас с тобой? В Павловском посаде все ветеринарные клиники почему-то не работают. Это вот как, не говорите, какое-то прям знамение для жучки, да? Жучка, никто не хочет тебя стерилизовать. Ну ничего, мы позвонили в Орехово-Зуево, и завтра повезем тебя в Орехово-Зуево. Так, нужно тебя помыть, потому что ты грязная. Нужно помыть твою конуру, где ты будешь там находиться в анабиозе. Ну и, соответственно, все, уже сейчас еду от тебя убираю. Сказали вечером тебя не кормить. Все, жучка, поздравляю. Ты доигралась у нас, да, мой хорошенький, доигрался. Да, все. Жучандр, рыжулька, подкармливается. Да, рыжулька? Молодец, молодец. Китикотика сейчас навернешь, мой хорошенький. Сейчас навернешь. Анана. Анана. Ну чё, давай кушай. Кысь, кысь, кысь. А ты его по балде тронешь? Рыженький, кушай, на-ка. О, что это? Что это такое? Так, рыжий, выбирай. Или жрать, или не жрать. Ну, смотри, какой, а? Вредный кот. О! Вот он. Ням-ням-ням. Потрогай. Давай, по балде, потрогай. Ну, Анжела. Иди, Риш. Иди, ешь. Я тут потрогался за шкерман. А потрогаешь еще? Да. Он привыкать будет. Давай. Смотри, хвостом подергивает там своим. Рыжуль, молодец, молодец. Это кто это такой у нас красивенький, а? Это кто-то такой красивенький у нас? Слушай, я смотрю за твоей спиной, никто не нападет на тебя. Мне кажется, сзади кто-то есть. Слушай, я прикрываю тебя. Кто-то там есть, по-моему. Кто-то меня по балде затронул. А может, он не понимает, что это ты его тронула? Его надо приучать к потрогулькам. Давай. Потрогай. Давай. Блин, он пожрет меня. Давай. Давай. Уже пасет, да, тебя? Да. Ну давай. Я протяну руку, он убежит. Ну попробуй. О! Вы что, с руками сюда пришли? Ну давай. Ну давай. Ну если я резко, то он убежит. А ты типа ухо почешешь такая. Давай. Как будто, да я ухо чешу. Ну ладно, ладно, отстань от него. Жучка вон лежит около кустарника. Так, ну и как вот нам жучку помыть? Я думаю, завтра с утра я приду на речку, чтобы мне ванну не набирать у себя на участке. Приду на речку, залезу и в речке жучку и помоем. Жуч, пойдем пока так ополоснемся, да, перед завтрашним купанием. Надеюсь, Анжела мне поможет в этом. Вот. Потому что жучкан грязный черт, еще тот. Не знаю, как жучка перенесет все это. Видите, какая проблема с Павловским посадом. Придется в Орехово-Зуево ехать. Не знаю там никаких ни докторов, ничего. То есть, соответственно, как это все получится. Тут в Павловском посаде я и кошек стерилизовал, во всяком случае знаю, что там доктора хорошие, и мне рекомендовали там второго. Ну, жучка, купайся. Купайся, мой хорошенький. Давай. Потом будешь ходить со швами, да? Тебе не до купания будет. Иди искупайся еще. Иди еще искупайся. Че ты?
Чё приперся? Все, ну пойдем дальше. Пойдем тогда. Пойдем погуляем. Да? Пойдем, пойдем. Чё ты? Пойдем гулять. Пойдем, мой хорошенький. Пойдем. Швы снимать. Я не знаю, какие там швы саморассасывающиеся у нее будут. Или нужно будет еще раз приезжать снимать эти швы. В общем, все. В любом случае, операция, наркоз, это дело такое. Черт его знает, что там, может, у нее аллергия на какой-нибудь наркоз. Она же не знает, дворовая собака. Надеюсь, у нее все будет в порядке. Надеюсь, у нее иммунитет хороший, и все, она совсем справится, во всяком случае. Но в любом случае, это хлопотно. Это хлопоты, хлопоты таскать жучку, конуру сейчас нужно будет почистить, что-то постелить, потому что, ну, чтобы зараза никакая не попала. Ну, в общем, ладно, будем посмотреть, да, жучка? В общем, будем решать проблемы по мере их возникновения. Сейчас нам нужно жучку искупать и завтра к 11:00 привезти в клинику в Орехово-Зуево. Причем еще нужно, чтобы она не жрала сегодня. Вот как? Она же вот захочет, я сейчас корм в нее взял, но она захочет есть, пойдет на помойку, что-нибудь сожрет. Или к дяде Мише припрется, он ей там что-то даст. Как вот ее уследить? Посадить на цепь, значит, на ночь она у меня будет на цепочке жить. Ну, ничего страшного, я думаю, за ночь с ней не случится на цепочке, тем более я уже сажал. Когда у нее течка была, я попытался ее уберечь от ухажеров на цепочке, но это ничего не получилось. Да, вот так вот. Ну ладно, посмотрим, что будет с жучкой. Странно, жучка проигнорировал лужи. Пойдем, жучка, ты как-то странно проигнорировал такие шикарные лужи, непонятно. Ну что там у лопуха? Что там у лопуха? Чем-то вкусным пахнет, да? Ох, закат такой хороший. Солнышко вон пробивается. Уже на закате садится на западе. Ну а мы прогуливаем жучка. Анжела там своими делами занимается в городе. Сегодня ей помогал. Перевозили все ткани. В другое помещение перевозили. В общем, забот полон рот. И еще с жучкой сейчас нам нужно стерилизоваться. Но я думаю, все будет хорошо. Во всяком случае, надеюсь на это. Вон крапива какая, а? Смотрите, выше человеческого роста. Раза в два выше. Вот думаем штаны из крапивы шить. Кто говорит, что из пеньки нужно, ну, из конопли, марихуаны. Но вот с коноплей неизвестно, потому что, ну, вот как определить, ну, вообще кто-то видел поля конопли, чтоб выращивали в промышленных масштабах? Я, честно говоря, не знаю. Какие ГОСТы существуют по конопле, тоже не знаю. Ну, вообще, чем отличается промышленная конопля от наркотического средства? Вот, я как-то читал Уголовный кодекс. Так там конопля как наркотическое средство, во всяком случае. Никак иначе. Вот, а из крапивы можно попробовать. Надо посмотреть ткань. Анжела там договорилась уже, вроде как, ткань из крапивы. Ну, посмотрим. Опять же, я боюсь, что это, возможно, только название ткани из крапивы. Да, на самом деле это будет обыкновенный лен. Ну, к примеру. Грубый лен, плохо выработанный, и скажут, что это крапива или это пенька, конопля. Ну, надо все смотреть, конечно. Так верить нельзя. Сами понимаете, сертификат, какую-нибудь бумажку можно спокойно подделать. Жуч, пойдем искупаемся. Ты по лужам вроде не ходил еще у нас. Пойдем сейчас последний раз искупаемся и домой. О, как все вкусно пахнет-то, да, жуч? Как вкусно пахнет-то все тут. Ну, уже осень чувствуется. Уже травка, во всяком случае, желтая, видите, да? Но деревья нет. Деревья еще ни одного желтого листика. Ну, может быть, там один-два желтого листика есть. Так в основном все зеленым-зелено.
река спокойная. Вот она, речка наша, не Ока. Смотрите, сколько мест здесь, пожалуйста, вот, куда хочешь, и лови рыбу, и ты будешь в одиночестве. Ни грязи, ничего здесь. Зачем нам на Оку надо было переться, не знаю. Сколько мошкары, видели, летает. Но дело к закату движется. Вся мошкара повылезала, солнышко уже ушло практически, жары нету. Ох, сейчас она будет тут наверстывать. Вот у меня жучок тут, а он рыжулька. Видали, какая близость? Жучка на него не обращает внимания, да? Жучка на него не обращает. А кто сюда приперся? Кто разрешил? Здесь нельзя, это теплица, это вообще не твое. Давай, давай, иди отсюда. Иди, жуч. Иди. Иди. Рыжулька вон отстранился чуть-чуть, подальше ушел. Жуч, ну ты чё? Я огурчики хочу собрать. Вот тут вот вымахал. Огуречек у нас надо собрать, хотя с утра вроде собирал, не заметил, что ли. Вот такой вот жучка. Чё сел? Чё сел довольный такой? Я думаю, вот такой вот можно собрать. Чё, пусть молодым дорогу дает. Он нормальный. Завтра времени не будет собрать. Вот тоже огурчики, огуречки. И тут... По два урожая утром и вечером получается. Ну, видите, листики тоже тут заболели, хотя без дождя. Но я их ничем, честно говоря, и не опрыскивал от болезней, от всяких. Нет, так они сами по себе у меня. Не хватает у меня на них времени, к сожалению, в этом году совершенно. Ну ладно, жуч, все, идем спать. Завтра у нас ответственный день. Жуч, сиди, ты грязненький очень. Ну что, не привык ты мыться, да, мой хороший? Не привык ты мыться. Вот у нас поливалочка есть. Сейчас мы тебя помоем. Сейчас, сейчас. Сейчас. Не пошли мы на речку, решили тут помыться. Жуч. Сейчас. Сейчас, мой хороший, сейчас. Чего? Непривычно тебе, да? Непривычно такое внимание к тебе? Непривычно? Чё, хочешь сдриснуть? Убежать хочешь? Не получится. Не получится. Получилось. Жуч, иди сюда. Иди сюда. Оделся специально, жуч, чтобы тебя мыть в грязюку. Потому что ты меня, конечно, сейчас угваздаешь всего. Видишь, как приятно мыться, жуч. Это же очень приятно. Это же чесуля. Это же чесуля. Самая настоящая чесуля. О! О, какая чесуля. Видишь? Кто ж тебя так еще почешет, когда? Ох. Ну, теперь не знаю, когда тебя еще в следующий раз так... Почешет. А что я тебе спину чешу, жуч? Тебе же пузико надо мыть. Тебе же надо пузико мыть. Вот так вот. Тебе же пузико. Жуч. Жуч, иди сюда. Иди сюда. Ты что делаешь? Нет, ну вот что за собака, а? Что за собака такая? Не хочет мыться. Ни в какую. Жуч, ты ни в какую не хочешь мыться. Ни в какую. Так, надо тебе подножечку делать. Нет, смотри. Жучка, не бойся. Не бойся. Все хорошо. Вот так вот. Ты уже угваздался. Уже все угваздалось. О, ну что, в ванночке, считай, лежишь. Считай, в ванночке лежишь. Вот так я тебя держу, чтобы ты не скатился. Пузик хоть тебе помыть немножко. Жуч, хоть немножко тебе пузика помыть, которая не мылась никогда в жизни. Понимаешь? Никогда в жизни не мылась. Да, ну что ж ты такой у меня чудной.
Что ж ты у меня такой чудной? Жучка принимает ванну, да? Жуч, не бойся. Чё ты ему хороший? Ты боишься? Переживаешь, что утопнешь? Да не боись. Не боись. Так. Давай-ка еще чуть-чуть тебя шампунем. Да, еще немножко. Шейку надо помыть нам. Ну, голову не буду тебе мыть. Подмыхами. Давай, подмыхами. Подмыхами. Давай, давай, давай. О, чистый будешь у нас. Сороки унесут, боюсь тебя, Жуч. Унесут сороки, понимаешь? О, теперь нам эту ерунду смыть нужно. Всю, с тебя. И ополоснуться. Ну, водичка после тебя желтенькая, скажу. Желтенькая, да. Да, мы хорошенькие. Желтенькая. Лапы не будете мыть особо. О, тут у нас. Так. Так, так, тепленькая. О, тепленькая пошла. Да, Жуть? Тепленькая пошла. Так, ну ты что там, утонул, что ли? Давай, вылезай. Вот так вот. О. Сейчас тебя ополоснем. Стой, Жуч. Сейчас тебя ополоснем. Норовит сбежать. Так и норовишь сбежать, Жуч. Так и норовишь. Только освободи тебя. Только руку убери, с тебя сразу сдриснешь. Да? Да, мой хорошенький? Ну, зато сейчас чистый будешь. Башка тут грязная. Ну, бошку не буду мыть. Бошку не буду мыть. Ну, Жученька, мне нравится тебе мыться, что ли, тепленькой водичкой. Не привыкла туда, к таким утехам. Не привыкла, Жучка. Стой, стой, стой. Ну все. Фу. Я что-то больше устал, Жуч, чем ты. Весь мокрый и устал аж. Так, теперь тебе нужно высохнуть чуть-чуть. И через полчасика едем. Да, кстати, кто там пишет в комментариях, что вот так вот я отплатил любовью собаке. За любовь собаки и везу ее стерилизовать. Вместо того, чтобы поддержать меня, ведь я тоже переживаю, вы почему-то хотите сделать мне замечание или укорить меня в чем-то. Не знаю, в том, что какой я жестокий, может быть. Ну, пусть это останется на вашей совести. Мне, конечно, это не очень приятно. Ведь сами понимаете, что я бы не хотел и никогда бы Жучку не стерилизовал. Но, честно говоря, со щенками я не справлюсь. Еще с одним выводком. Слишком много на это уходит времени и моего здоровья. Так что вот. Ну все. На этом все у меня сегодня. Ну а уже в следующем ролике я буду показывать, как Жучка будет адаптироваться после операции. Саму операцию, конечно, я снимать не буду. Ну а там операция на самом деле несерьезная. Все, ребят, Жучка с вами прощается. Всем пока, увидимся в будущем. Yeah.